Итак, друзья, привет! Я сегодня за кадром. В общем, хотела с вами посоветоваться. У нас сегодня пасмурная погода и дико холодно. Если помните, в прошлом году я говорила, что вот здесь вот перед террасой, вот ну, тут получается как бы с этой стороны северная сторона и тень. И я вот здесь вот хотела посадить хосты. Вот, поскольку они любят тень, и у меня есть голубая хоста, которая сейчас на солнце, и она как бы свою вот эту вот голубую красоту не показывает. Дождик пошел. Вот, в общем, в общих чертах она должна сидеть в тени, либо в полутени, чтобы быть вот прям очень сильно такой голубой, отдавать голубой цвет. Вот. И я хотела как бы вот их пересадить вот здесь вот вдоль стены. Плюс вот этот из-под дома щель они бы прикрывали. И тут был бы такой пышный как бы бордюр, что ли, такой. Зона пышная, зеленая, красивая. Вот. Но пересадить их пока не представляется возможным. Несмотря на то, что я намечала это на весну. Вот, поскольку, как вы видите, у нас здесь нет сливов. Вот. И вот тут я хотела с вами посоветоваться, как можно сделать сливы. Вот у нас вот здесь, вот вы видите, уже есть один слив, его надо подлатать. Он немножко прогнулся, потому что зимой было много снега, и вот он покорежился. Вот. А здесь мы так и не делали слив. Вот, как вы видите, крыша, она немножко вот в левую сторону нагибается. Ну, неровные стены по высоте были сделаны. Вот как лучше сделать слив все-таки, чтобы он наклон имел в левую сторону? А тогда там вот у нас стоит труба, то есть там ставить бочку тогда, что ли? Или лучше наклон в эту сторону? Но в эту сторону тогда вот здесь нужно что-то ставить. А здесь мы хотим строить такой навес для, ну, типа открытого сарая, такой вот просто навес, где будут складировать и дрова, и какие-то такие вещи, которые постоянно в ходу. Вот, в общем, как бы вы сделали сливы? И в какую сторону наклон вообще? Ну, то есть, может быть, есть какие-то соображения на этот счет. Потому что мы так до этого не дошли уже сколько лет. Как-то было не нужно. А сейчас вот я решила изменить, как сказать, дизайн прилегающих территорий к дому, да. И вот высадить здесь хосты не представляется сейчас возможным, поскольку вода, стекая с крыши, здесь вымывает землю. Сейчас поближе покажу. Вот. В общем-то, у нас, как вы поняли, один песок. Вот. И, собственно, вот видите, получается такая лунка прям вдоль дома. Соответственно, если здесь бы сидели хосты, это бы все капало на них. И они были бы постоянно мокрые. Вот. В общем, такой вопрос у меня. Что бы вы посоветовали, как бы сделать эти сливы? Вот. Может быть, есть, ну, какие-то определенные формы, определенного вида, какое-то необычное крепление, крепкое и довольно хорошего качества. Что, может быть, вы бы вот посоветовали? У нас начался дождик, так что я пошла попью чайку горячего. Увидимся. Друзья, всем привет. Лето начнется не скоро. Прогнозы неутешительные в плане погоды. Как вы видите, я одета тепло. На мне шерстяной свитер и куртка. Солнце, конечно, выглядывает, но ненадолго. Поэтому ходим так. Я тепло одета. Сейчас сажаю астры, потому что если их тут оставить, они просто засохнут.
и надо их посадить в землю. Так все-таки лучше. Может быть, они тронутся в рост. Я, конечно, оттягиваю момент с посадкой, потому что у нас одно из самых холодных мест, поскольку местность болото бывшая, и мы в низине, здесь холодно. Вот. И, значит, я оттягиваю момент с высадкой рассады, потому что у нас все никак не теплеет и не теплеет. Вот. Но надо уже середина, можно сказать, ну как середина, какое у нас сегодня число-то? 10 числа июня. Ну да, уже к середине приближается июня, а все у нас вот холод. Сегодня был град вообще, так что сейчас посмотрите, покажу вам, как сажаю астры, и покажу уже грядку в конечном результате. Так, ну вот, друзья, что у меня получилось. Значит, вот здесь у меня этот цинит, я в прошлый раз сажала. Так, вот здесь астры. Здесь астры и вот здесь мелкие астры. А вдоль я пересадила розовую примулу, которую, помните, в прошлом году я вам показывала, она не похожа на примулу. У нее такие длинные цветоносы с маленькими розовыми ромашечками сверху. Вот. В общем, вот так получается. Здесь более ранняя рассада астр. Она уже, видите, крупная такая. И вот здесь вот более мелкая. А тут лилии всякие мамины. Вот черный тюльпанчик один остался. Сейчас хочу вот эту кучу непонятную разобрать. То есть здесь вот купальница, а за ней непонятно что. Вот эту кучку разобрать. И вот тут я вчера копала, у меня место осталось. Тоже астр посажу, потому что, вон, видите, еще целый лоток. Не знаю, куда их впихнуть. Вот, пока что так получается. Ну и, как видите, стул я убрала. Вот, и общим планом получается вот такая грядочка. Вот. Я ее хочу заузить, то есть я уже, видите, поставила доску. А раньше она шла вот так вот, прямо вдоль. То есть была здесь такая вот дорожка. Но я решила сузить, потому что здесь нависает слива, и когда ее собираешь в августе, наступаешь все равно на грядку. В общем, я решила ее сузить, а здесь будет просто такая как площадка, дорожка широкая, а в конце мы все равно будем ставить а-ля типа качельки, вот эти летние с навесом, вот где бревна лежат сейчас, так что просто площадка будет такая. Вот, и в этом году вот я планирую вот это, значит, доделать, чтобы у меня была длинная такая грядка. Вот, видите, начало положено.
Вот так что. Так что пока так. Вот. Еще что хотела вот тут показать. Так, в общем, смотрите, мне здесь так как срезан угол. Я специально так делала, потому что, ну, здесь такая основная дорога. Как бы вот туда-сюда поворачиваем, ходим. Вот. И вот здесь вот я хочу пересадить сюда стильбу. Я вам ее показывала как-то в видео. Вот у меня этот самый лапчатка сидит. И вот тут вот рядом с ней маленький кустик, это стильба. Ей там не нравится, ей там тесно. Лапчатку мы тоже будем пересаживать позже на новый участок. Она уже разрослась. Вот, а стильбу я пересажу вот сюда вот. То есть мы весной пересадили один куст, вот этот большой, этой самой гортензии. А если помните, она у меня вот здесь сидела. Так как в этом году будет планируется доделываться вот дорожка туда дальше, соответственно, вот эта грядка, она срезается. И вообще здесь все надо переделывать. Она уже очень старая, очень заросшая. Вот, соответственно, здесь тоже флоксы, примулы, это все будет пересаживаться. Водосбор аквилегии, она же, и вот эти вот красненькие, которые, я не помню, как называются, и тут лилии есть, и еще какие-то цветы, и роза есть, и лилейник, это все будет пересаживаться в другие места. Вот, и, соответственно, вернемся сюда. Тут у меня вот большой куст гортензии мы пересадили. Поэтому вот другие уже покрылись листьями, а этот куст еще нет, потому что он был пересажен. Перед ним вот здесь вот в центре, как бы получается, посередине вот этой вот среза, да, вот здесь вот перед гортензией, вот тут вот кусочек, вот здесь посадится астильба. Поскольку она должна быть таким компактным кустиком, где-то размером, наверное, около 60-70 сантиметров в высоту и вот таким вот кругляшом компактным. Поэтому ее здесь посажу. А, в принципе, не думаю, что она будет мешать собирать яблоки. Тут я в прошлом году как бы собирала и ничего мне не мешало. В принципе, ой, кстати, смотрите, зацветает все-таки яблонька. Видите, бутончики. Вот, но почему-то только в одном месте и одна веточка. Так, ладно, не будем отвлекаться. Вот, сейчас у мамы тут тюльпаны. Как только ботва засохнет, она их выкопает. В принципе, можно будет сюда какие-то еще цветы посадить. Вот, честно говоря, пока не знаю. Может быть, с той грядки, которую мы будем разбирать, может быть, оттуда я что-то сюда пересажу. Вот эта куча елок, которая меня безумно уже достала. Елки в следующем месяце будут выкопаны и отвезены на кладбище, потому что один раз их посадите, потом не избавитесь. Они начинают распространяться. Да, красивые, да, декоративные, да, цветочки такие, и елочка, и неприхотливые, но нет. Я такое не хочу, мне надоело уже сколько лет, я теперь не могу от них избавиться. Один раз посадила один кустик, теперь вон сколько. Вот, в общем-то, они вот сейчас отцветут, я их выкапываю, мы везем их на кладбище. Здесь, значит, вот отсюда, от тюльпанов, вот эту вот всю и кучу вот эту, и вот этот ряд я освобождаю от этих елок. Все лишние елки я выкидываю, они мне нафиг не нужны. Вот. И вот здесь вот у меня декоративная, господи, забыла, как называется, тоже, по-моему, астильба, только метельчатая. Та шаровидная, это метельчатая, да, астильба. А вот это цветет белыми цветочками, это красными. Такие, видите, вот метелочка старая осталась прошлого года. В общем, вот эту красную и желтую хочу пересадить и разобрать здесь, убрать эти елки, все, что тут есть, надоело.
Вот. Это как бы на ближайший месяц такой план. И вот у меня тут есть еще одна розовенькая, тоже метельчатая стильбочка. Очень хорошо маргаритки пошли, так прям жирно. Вот, в общем-то, из того, что новое случилось за этот вот месяц, пока конец мая и начало июня. Потому что, как вы знаете, может быть, кто-то не знает, в мае я не приезжала, потому что сидела с котятами. Не с кем было оставить, много котят у нас было. Вот, о, кстати, красивый тюльпанчик, пестрый. Поздний распустился. Вот, значит, ну, соответственно, эти самые, господи, очистки и вся вот эта конструкция, она будет убрана отсюда. А декоративная полосатая травка и лук тоже я пересажу в другое место. Вот, и вообще вот эту вот тоже полосу хотелось бы разобрать и уже сделать, пусть временное, но уже какое-то заграждение. Хотя бы доски поставить. Ну, вот здесь я пока не могу доски поставить, потому что как раз на том месте, где нужно ставить заграждение, сидят лилии, которые мама будет пересаживать осенью. Поэтому здесь кусок останется нетронутым. Вот, а так в плане пересадить, вот это все разобрать. Потом у меня еще вот там вот медуница сидит, тоже эту медуницу разобрать и пересадить. Вот. Так, что из того, что еще произошло нового. А вот с этой треугольной грядкой я пока даже не знаю, что делать. Я что-то себе плохо представляю, что я хочу. И сейчас я вам покажу издалека. Вот если представить вот этот бордюр, что он идет дальше. Вы видите, что грядка урезается. Вот. Соответственно, она становится совсем маленькая, непонятной формы. Здесь очень быстро трава накапливается, очень быстро все это замусоривается травой, зарастает. И не знаю, в общем, как-то она мне не нравится. Убрать ее совсем... получится слишком большая здесь площадка, которая не нужна. Оставить треугольник, не знаю пока. Может быть, оставлю, но по-другому оформлю. Вот так, что еще из того, что новое. Ну, вот здесь, как вы знаете, у нас клубника и вот шиловидный флокс. А нет, это не шиловидный флокс, это горная астра. Шиловидный флокс у меня в другом месте. И вот, видите, уже клубничка зацветает. Это первые вот там вот беленькие цветочки. Это я вам показывала, забыла, как это называется. Такая вяленая, темно-бордового цвета. Такие маленькие вытянутые ягодки, такие длинненькие. Вспомню, подпишу тогда на экране название, потому что с клубникой. Ну, у нас есть основные два сорта, лимонтантная и ананасная, а вот эту я не помню, как называется она. А, по-моему, зинга-зингана, что ли. В общем, что-то в этом духе. Подпишу на экране. Вот, но как я уже не раз говорила, я хочу здесь делать альпийскую горку, соответственно, вот этот песок, он уберется в будущем. Не думаю, что в этом году, но планы грандиозные. Так, сейчас отойду, чтобы издалека видно было все сразу. Как видите, у нас здесь сливы и вишня. Соответственно, здесь пройти невозможно. Вот, я хочу здесь сделать такую небольшую дорожку поперек, чтобы можно было собирать ягоды и удобно было проходить. Вот. А вот эту вот клубничную грядку разобрать, клубнику пересадить уже на новый участок. Песок убирается. Здесь делается такая овальная длинная конструкция, такая а-ля грядка. И как бы уже давно, много лет собираем всякие булыжники и валуны. Я здесь планирую сделать овальную такую грядку.
ну, грядку такой формы, и из валунов навалить и сделать такую многоуровневую альпийскую горку. И вот пересадить туда эту альпийскую астру и шаловидный флокс. Сейчас покажу вам его. Он у меня вообще в другом месте и уже практически пропал. Надо его отсаживать, чтобы он совсем не сдох. Вот. И, соответственно, и очитники туда пересадить, и вот декоративную полосатую травку, которую вот здесь я вам показывала, вот. И вот этот стелющуюся травку, которую мама ненавидит. Вот, в общем-то, ну, еще у меня есть специальные смеси для этих альпийских горок. В общем-то, здесь, конечно, глобальная такая мегастройка планируется. Вот. А правую сторону вот тут я вообще не задействую, потому что у нас здесь была яблоня, как, может быть, вы помните, она весной благополучно рухнула. Вот. И, как я уже тоже говорила, у нас здесь ряд 3 смородины. И за ними у нас 7 крыжовников и еще большой куст крыжовника, который нужно разобрать. Ну, то есть, как разобрать, может быть, прикоренить веточку, потому что он довольно хороший сорт, крупный, и рассадить. Потому что здесь у нас такой, как бы, планируется квадрат, где будет ставиться легкая беседка, такая антимоскитная. Вот, то есть можно будет с террасы выйти и там попить тут чай, посидеть, отдохнуть, почитать, и чтобы комары тебя не трогали. Вот, здесь раньше я даже уже не помню, что здесь было. Здесь пионы сидели, но уже 100 лет здесь просто газон и гвоздики цветут. Ну, как бы такой здесь кусок земли, который практически не используется. Ну, неудобно здесь что-то сажать здесь. Тень от террасы падает, и, в общем-то, не очень хороший участок. Так, что еще хотел показать? Очень много завязалось ёшты. Вот если посмотреть поближе, очень много ягодок завязалось. Надеюсь, что будет хороший урожай в этом году. Надеюсь, что июньские морозы не уничтожат весь этот урожай. Так, и еще хотела вам показать, так, в общих чертах. Значит, вот вчера я сделала вот такую клумбу из шины, пересадила сюда желтые цветы, которых у нас мега много. И вот ту грядку, которую я сейчас обрабатываю, где астры сажал, там их просто невероятное количество, этих желтых цветов. И вот я их собрала, основную массу пересадила сюда в шину. Они сейчас немножко так подвяли, потому что вчера вечером пересаживала. Но ночью был дождь, так что я думаю, что нормально. Они вообще живучие. Вот. И чуть дальше, видите, в прошлый раз я пересадила лаванду. Вот, в общем-то, немножко, как сказать, омолодила куст. То есть он у меня был огромный и уже старый. То есть я старые ветки убрала, старый корень убрала, и вот молодую веточку отсадила, вот такую маленькую клумбочку сделала. Вот. И пока что, в принципе, на этом все. Как вы видите, новый участок пока... Как новый участок? Вторая часть участка пока не особенно-то как-то возделывается, потому что не везде хватает сил. Я там копаю грядку, копала для картошки, но не знаю, уже будем мы картошку сажать или нет. Не успеваю я все одна копать. Мама не помогает, поскольку она еще и председатель, она везде ходит, куда-то на какие-то собрания, какие-то документы собирает, в общем, целыми днями где-то ходит. Вот, и сейчас тоже куда-то ушла, сказала, на 5 минут уже час нету. Вот, в общем... Что значит у меня еще такого? А, ну вот, я думаю, что я там прокопала где-то, наверное, 4 квадратных метра. То, может быть, все-таки делать там грядку для перцев, потому что, ну, закрывать дуги. Сейчас, вот у меня дуги стоят черные. Вот поставить эти дуги просто этим...
тканным материалом накрыть. Потому что пленкой мы уже 100 лет не накрываем, она рвется со временем. Вот, в общем, я пока в раздумьях, потому что копать еще и копать, а рассаду мне куда-то сажать надо. Но, в принципе, если тот же перец я могу посадить в открытый грунт, то сколько у меня там, 6 помидоров, их нужно все-таки в закрытый сажать. В общем, не знаю, посмотрим. Еще кабачки, еще патиссоны, еще кучу всего надо посадить. А кто землю копать будет, в общем? В общем, да, сами понимаете, боюсь, что в этом году кабачки и всякие патиссоны я просто не успею посадить, поскольку просто некуда пока что. Вот, а еще из таких мелких новостей, вот здесь у нас два пиона. Сидят, конечно, им тесновато, но это мы наспех сажали где-то 5 лет назад, наверное, просто нужно было спасать куст, поэтому близко посажен. Вот здесь пересадим один куст, который у нас там в конце дорожки. Я вам говорила, там у нас всегда вода стоит, плюс там нужно насыпать землю, потому что, когда я делала дорожку, там убиралась земля оттуда. Вот, в общем-то, там все время как бы наклон в ту сторону, и все время вода, и там ему не нравится. Так что один пион пересадится сюда. И еще один пока неизвестно куда. Пока мы не знаем, но место подыскивается. Я думала, можно сюда, в принципе, два уместить, потому что смородину мы будем убирать, куст старый, его нужно обновлять. Либо вообще мы будем полностью все сорта менять. Потому что у нас уже большему количеству смородины уже больше 40 лет. Вот. Ну, мы брали уже эти кусты, они были взрослые. Каким-то кустам, может быть, чуть меньше 40. То есть, ну, вот эти кусты в ряду, они все старые уже. Вот те, они помоложе, может, лет на 10-15. Но все равно, как бы, кусты старые, они уже не плодоносят. То есть, когда мы только их сажали, у нас было по ведру с куста, по 10 литров с куста. А сейчас мы со всех кустов, дай бог, литр собираем. Так что вот так вот. И, соответственно, этот куст уберется. Я думаю, что вот здесь и будут два куста пиона пересажены вот сюда вот. Вот, это пока что такие, как бы, планы, которые вот первостепенные в голове есть. А дальше уже посмотрим. Если было интересно, ставьте пальчик вверх. Если было неинтересно, ставьте вниз. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Оставляйте комментарии, советы, рекомендации. И увидимся.